Всем привет! Я в Питере! Кстати, в этом городе я в первый раз в своей жизни, и прилетела я сюда вчера. Пол рейса, пока мы сюда летели, я проспала, но все же я смогла увидеть город во время посадки. Вчера я практически ничего не снимала, потому что в основном вчера у нас была экскурсия по всему городу и по главным достопримечательностям. Мы плавали еще по Неве и по ее притокам и были в доме книги Зингер. Кстати, там я себе купила вот такую картинку Зимнего дворца, и Тургенева я купила. У нас такой еще прекрасный вид из номера, он прямо выходит на саму реку. Ну а сейчас мы поедем на завтрак, и потом поедем сразу же на экскурсию в Петергоф и на фонтан. Почти все сейчас идут в дождевиках на метро, потому что вау! А сейчас мы идем на паромчик, где будем ездить по всему Александру. Петергоф, извиняюсь. Вот сюда сейчас пойдем. Ну а теперь я хочу, чтобы вы почувствовали весь вайб, так сказать, экскурсионной поездки на поезде в Петергофе. 1917 года Петергоф был частным владением дома Романова и являлся постоянным местом летнего отдыха императорской семьи. Это капелла, домовая церковь императорской семьи. Святого благоверного князя Александра Невского чаще называется готическая капелла. Пышной барочной архитектуры. Руинового моста выложено из валунов. Глыбы необтесанного камня придают сооружению схожесть со старинной постройкой. Мост фланкирует 4 огромные вазы в 1935 году над родником. Сохранившийся навес, отлитый по рисунку архитектора Иосифа Шерномана. В общем, парк Александрии очень красивый. И, в принципе, это гроб очень красивый. Штаны, парашюты или флаги, не знаю, как их назвать еще. Теперь тут стало очень жарко. Вблизи это еще красивее. Царская. Время мороженого. Ну а потом мы решили спуститься на пляж для того, чтобы покормить чаек и пробежаться вдоль берега Финского залива. Ну вот и все. Мы пришли в номер. Сейчас мы будем отдыхать до 10 часов вечера. А потом мы поедем на ночную экскурсию на раздвижные мосты. Мои кроссовки — это не мечта, они такие пыльные. Просто это жесть. А вот как раз сейчас мы и поедем на разводные мосты. Кстати, мы попали в то время, когда в Санкт-Петербурге белые ночи. Эрик, лампа футбола тут подъехала. Перед вами человек, который спал 5 часов. И меня снова тащат на экскурсию. Он вообще прям разошелся. Я хочу кофе. И, кстати, мы в Александрийском парке. Туда мы сейчас, кстати, пойдем. Очень странные бахилы. Короче, нам дали телефон вместо наушников на экскурсии. Алло. На висящей на стене гравюры. Павильон
фильм. Это современные боги. На сводах купольного перекрытия в два яруса размещены геральдические щиты, гербы России. Руины китайского театра. Я боюсь клещей. Вот они. Смотрите, как она за ними смотрит. 4. Видите, как она за ними смотрит? Здесь, в этом лице, обучался Пушкин. Екатерининский парк. Сюда выпрыгнули. Гранд-макет России. И это все сделано руками человека, вы прикиньте. Это все выглядит реально как настоящий город. Вау, там даже вот это железная дорога, большая дамба. Вон вокзал и как это было расписание, пляж. Ого, тут как они двигаются. Он где-то вон, приблизительно тут, находится киностудия. Сюда, куда я хочу когда-нибудь попасть, обязательно. Салют в городе. Тут даже можно пройтись под горой. Есть. Я чувствую себя великаном в сравнении с Ютубом. О, привет! Ну а вот и снег, собственно говоря. Прямо Сибирь. Тут можно увидеть, как люди подготавливают город к Новому году. Это же Москва-Сити. А это алые паруса. Блин. Вот это прям. Мира, лови! О, идеально! Мафия! В общем, это последний четвертый день. Мы вчера до часа ночи играли в мафию. И еще мы перед этим сходили в Гранд-макет, как я вам показала. И вот такие сувенирчики у меня достались. Кстати, это мы прошли квест. И нам дали браслетик, причем один. И нам пришлось покупать на 10 человек еще. Я так отсюда не хочу улетать. Мы полетели очень хорошей группой. Питер такой красивый, он меня так сильно вдохновил, просто нереальный, господи. В общем, вот тут вот мамины вещи, где-то тут еще мои вещи. Вот моя сумка, я ее уже почти собрала, и через полтора часа мы уже должны сдать номер. Прощай, прекрасный вид. Летний сад.
Еще фонтан красивый. И один из самых красивых фонтанов. Я купила 3D-модель Мариинского театра. Вот она красиво должна получиться. Николаевича и поет Серебряного. В Европе не увидите такой знак. А вот и зимний сад. А это немного кадров из Эрмитажа. Не могу их показать, потому что было запрещено снимать. Ну а теперь домой.